Здравствуйте, дорогие друзья, я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Приятно каждый раз вас видеть, встречаться, потому что есть желающие есть от Божьего стола. И это так ценно, что мы есть, чтобы есть. Мы существуем, чтобы есть от Божьего стола, а потом творить Его волю и совершать дело, которое Он нам поручил, чтобы воспряла наша слава, чтобы встать и петь рано и на гуслях прославить Господа. У кого какие инструменты, но если настройка сердца происходит, тогда это все возможно. Когда сердце стоит далеко, тогда вроде бы как человек и поет или играет, но нету радости ни в этих звуках, ни в самом сердце человека. Но иногда человек не умеет ни петь, ни играть, но радость выплескивается из его сердца. Но лучше, конечно, иметь и то, и другое. Когда ты умеешь петь и играть, и когда радость твоя, она не остается на территории твоего сердца, а выплескивается оттуда наружу в адрес того, который дал новый день, который подарил нам возможность жить в том месте, где мы находимся, и благословлять небо, чтобы оно было над нашими головами мирным. Сегодня это весьма актуально, друзья, когда мы видим, сколько беды, сколько горя, сколько плача, и поэтому благословлять тех людей, которые уже давно находятся под опасностью, но и благословлять себя, чтобы нам жить под мирным небом, и чтобы нам расти детей и внуков под, с учетом того, что каждый рожден для цели, чтобы они исполнили свое предназначение. И сегодня у нас 10 стих. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». «Буду славить Тебя между народами». Когда мы берем отдельно взятый стих, то вроде бы все нормально. Давид царь, ему надо славить его между народами, ему надо иметь отношения с другими царями и превозносить Бога среди них. Но тогда, когда мы берем в контексте того, что прочитали выше, тогда мы понимаем, что здесь не до славы среди народов. Здесь просто самому бы выжить, чтобы не попасть в яму и в сеть. Но Давид не ограничивается обстоятельствами. Посмотрите, друзья. Поэтому мы сегодня будем для себя тоже делать свои выводы и выбор. Я могу сейчас просто сказать, ну разве мне сейчас до славы? Разве мне сейчас для того, чтобы, ну, есть желание петь? У меня уже все пропало. Я знаю такие состояния, обстоятельства в жизни, которые приводят к тому, что человек не может петь. Но это ненормальная ситуация. И нельзя ей долго затягиваться. Если печаль пришла такая, что она перекрыла песню, то надо как можно быстрее от этой печали отказаться. Надо поговорить с Богом: «Господи, убери эту тучу с моей головы, убери эту угнетенность с моей души, но я хочу начать Тебе петь и Тебя славить». Давид не из обстоятельств это делал, а скорее вопреки. И поэтому тогда, когда он для себя сделал этот выбор, то теперь он идет дальше. Не просто воспрянь, слава моя, не просто я встану рано и буду петь и славить, а еще у него теперь есть следующий шаг. «Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен». Он масштабность расширяет в своем влиянии, в своей жизни. Поэтому, друзья, я не знаю, как вы видите себя. Я не знаю, кем вы себя ощущаете. Но Господь говорит: если ты будешь славить меня при трудных обстоятельствах, масштаб твоего влияния умножится. И тебя узнают не те, которые знают сейчас, а гораздо больше людей, кто ты и почему ты смог жить при этих обстоятельствах и не сломаться. Смог жить и, прославляя Бога, выйти на новый уровень влияния. Я желаю, чтобы таковых людей вокруг нас становилось больше. Мы сами, чтобы были таковыми и могли повлиять на других. Потому что мы можем влиять только в том ракурсе и на том уровне, который есть уже в собственной жизни. Поэтому если ты и я где-то остановились, то остановился сразу поток влияния. Но тогда, когда Господь предлагает нам идти дальше, окунаться глубже, то и влияние будет расти и умножаться между народами и племенами. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что Ты хочешь, пока мы на земле живем, чтобы исполнилась Твоя воля на 100%. Помоги нам в этом принимать участие, не просто ожидая, но быть активными в этой позиции, быть людьми ответственными за то, что мы чувствуем, за то, как мы разбираемся с этими чувствами и что нам надо делать с этим. Но я благословляю сейчас каждого человека, познавая Тебя, познавая Твою волю, не останавливаясь,
хвалиться на достигнутом. И пусть благодатью Твоей укрепляются наши сердца, и души наши насладятся множеством мира от того, что Ты царствуешь, а мы в Твоем царстве Твои дети. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.